Уважаемая публика, гости, я очень рад приветствовать вас в нашем киноцентре и с удовольствием объявить о начале недели японского кино. Это уже событие происходит в Петербурге в 49-й раз, и сама эта цифра говорит о том, что наши культурные связи не вчера родились, имеют давнюю традицию. Ну, кто из россиян не знает имени выдающегося японского режиссера Акиры Куросавы или Хаяо Миядзаки, да? Кто и очень многие из присутствующих бывали здесь на ночных показах анимационных картин Миядзаки. Я знаю, что к этому очень трепетно многие относятся, любители анимации. Ну, вот сегодня мы начнем смотреть современное японское кино. Как правило, это молодые режиссеры, и более подробно о нем я в этой программе расскажет заместитель генерального консула Японии в Санкт-Петербурге, господин Акира Куросава. Я приглашаю его на сцену. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Леонидович. Уважаемые дамы и господа, прежде всего, позвольте выразить благодарность за количество времени и возможности использования такого хорошего кинотеатра, хорошего зала, руководства кинотеатра. Точно. И я очень рад тому, что мы смогли и вперед тоже это смогут познакомить вас с нашими отечественными кинофильмами. Как Алексей Леонидович отметил, что бета-трансфузия 49 у нас в будущем году, круглый год, юбилей 50. И бета-транс мы назвали вот сериал наших фильмов, это «Гранник Лайнап играет только женщин». То есть в фильмах, которые вы сегодня и завтра, послезавтра видите, там играют главные роли женщины. Почему? Потому что сейчас для правительства Японии очень главная задача – это как расширять активность и как тоже увеличивать ответственность женщин в современном обществе. Поэтому из этих фильмов вы сможете узнать, как японские женщины учат и работают, и живут. И после этого, этой церемонии мы показываем фильм «Секрет Акко-чан». Акко – это имя женское, и Чан – это уменьшительно раскачательный суффикс. То есть Акко-чан – это означает «Акко-чка». Да. И вот эта Акко-чка, вот эта хочет, при помощи волшебного зеркалища, она становится сразу взрослой женщиной, которая работает в космическом фильме, в космической компании. И что будет? Это я не скажу, это вы сами посмотрите, пожалуйста. Спасибо за внимание. Спасибо, я вам просмотр.